Врата Газы. В Газе поют беляди, беляди, давно поют, со времен филистимлян. В Газе жили мохнатые бляди, это из главной книги Вестима. Любил себе устроить там праздник колено Дана, судья волосатый. Давали ему все шлюшки Газы, порой за деньги, порой бесплатно. Самсон находил у блудниц усладу. И ревновали филизадроты. Устроили как-то ему засаду. Так он городские украл ворота. Что было дальше, нам всем известно. Но мы до сих пор не можем обратно вернуть ворота Газы на место, чтобы навек их закрыть аккуратно.